Привет, с вами Марина, вы на канале Девочки и куколки. Сегодня я хочу вам показать, как сделать компьютеры и телефончики для кукол. Начинаем мастер-класс. Я хочу показать два способа. У меня есть распечатка. Я оставлю ссылочку, где вы можете это все скачать. Распечатка это из интернета. Я просто собрала несколько вариантов. И первое, что мы делаем, мы вырезаем по распечатке аккуратно. И теперь нам надо кусочек картона. Какой картон предлагаю использовать я? Очень удобно взять обложку от цветной бумаги и вырезать вот в этом месте, где сгиб. Я уже так делала, это очень удобно, мне очень понравилось. Теперь вот эту картинку нам надо наклеить. Наклей, сюда наклеим. Наша приклеенная картиночка будет сохнуть. У кого нет распечатки, будем делать компьютер другим способом. Также берем вот эту вот обложку и делаем такую схему 5 сантиметров, 3,5, 3,5, 5. Вот получается 5 и 3,5. Сейчас это аккуратно вырежем, и уголочки по желанию можно сделать круглыми, можно оставить прямоугольнички. И еще нам понадобятся вот такие вот детальки картона, уже без сгибчика. Мы их будем приклеивать. Я вырезала. Получается уже у нас компьютер. Но он такой тоненький и не похож на настоящий. Поэтому я решила еще приклеить картон. Будем делать классический черный. Как приклеивать правильно? Намазываем клеем эту сторону. И вот так приклеиваем квадратик до полного высыхания, только потом вырезаем. Смотрите, вот здесь оставляем полосочку. Не приклеиваем сюда, а приклеим вот так. И с этой стороны также мы делаем. И тоже ждем, когда высохнет. Второй компьютер я решила обклеить мягким пластиком. Вот такой у меня есть набор цветных. И тоже я сделала самое, вырезала два квадратика. Сейчас сначала приклею, потом буду вырезать. Так удобнее. Засох, я все вырезала, нарисовала клавиатуру, приклеила вот здесь вот картиночку с нашим каналом,
А здесь, смотрите, что у нас получилось. Можно покрасить лаком и приклеить сюда тоже какие-нибудь картиночки. У меня вот есть наклейки. Я могу выбрать любую наклеечку. А здесь я могу выбрать вот такое яблочко. У меня есть. Сейчас буду приклеивать. И далее, что я делаю далее? Я беру наждачную бумагу. Я ее сложила пополам и на картонку приклеила. И теперь весь компьютер я вот так заравниваю. Выравниваю все вот так, чтобы края у нас были аккуратные. Один компьютер внутри я покрыла бесцветным лаком, а здесь я испортила клеем. Он ничем никак не оттирается. И я тоже приклею здесь наклеечку. Вот так вот аккуратно приклею. С компьютерами, ноутбуками пока заканчиваем. И покажу, как делать телефончик. Чтобы сделать телефончик, нужно вырезать не сам телефончик, а просто кусочек из распечатки. Взять картон потолще и приклеить обе распечатки на картон. Только потом вырезать. Так будет удобнее. И потом склеить между собой их надо. Я приклеила на клей кристалл, но, возможно, можно и клеем ПВА воспользоваться. И теперь нужно аккуратно вырезать. Я вырезала две детали, склеила между собой, покрыла бесцветным лаком, потом вот так немножко пошкурила, краешек фломастером закрасила. Телефон готов. Вот такой мастер-класс у меня получился. Такой шаблончик я себе оставила. Компьютера легко будет потом по нему сразу делать. Если вам понравилось, поставьте лайк. До свидания. С вами была Марина.